хочу показать на тему моих прививок. Вот эта вот веточка черешни, которую я привила на вишню. Вот место прививки. Вот оно. Вот, вот. Вот эта вишня, это черешня. Ветка цветет. Соседняя ветка вишневая. На ней только пока бутоны. И вот вишневая веточка. Из одного дерева у меня несколько сортов черешни. Вот. Дальше. Вот цветущая ветка еще одна. Вот это вот место прививки. Вот оно. Вот это вот вишня, это черешня. Вот. И еще одна веточка, которую я привила. Вот это вот вишневая ветка. Вот она только пока в бутонах. Еще не зацвела. Вот она идет, идет. Опа! И вот здесь вот место прививки. Вот она. И от нее идет ветка черешни, которая уже цветет. Вот такая вот большая разница. Дальше вот эта вот черешенка, которую я тоже частично напрививала на вишню. Вот такая коленочка, это место прививки. Вот это вот вишневые веточки. И вот вишенка, да? Вот вишня тоже. Она начинает только-только зацветать. Так вот, жиденько. Ну, как всегда, все вишни. А вот эта ветка черешневая. Вот место прививки. Она пошла вот таким вот густым-густым букетом, как невеста. Дальше. Вот это вот вишня. Вот она еще пока не распустилась. Вот место прививки. Вот его прям видно. И опа! Какая красивая ветка пушистая. Так здорово цветет. Дальше вот эта вот большая ветка, вот она какими красивыми цветами распустилась, она тоже черешневая. Вот место прививки, вот это тот самый уголок. Вот это вот черешня, и это вишня. Вот так. Я даже тут совершенно малюсенькую веточку привила. Вот это вот место, где я прививала. Это вот вишенка, это черешенка. И тоже ветка цветет. Каждая ветка собственного сорта. Вот у меня кончики зацвела алыча. Вот это вот местечко, где я привила. Вот это слива. Медовая, желтая. А это алыча кубанская комета. Вот самый кончик в прошлом году привитый. Весь уже в цветах. Такой красивый. Вот это вот сама слива. На ней только-только пока почечки. Видно, да, что она еще совсем не цветет. А другой кончик, вот место прививки. Вот она, ну-ка, солнышко, чтобы упало. Вот видно, да? Вот. И она зацвела. Это злата скифов, желтая алыча. Привитый кончик тоже. Ну, моя большущая черешня, которую я привила уже сколько года? 3, наверное, назад. Да, она уже такая высокая стала. Тут два ствола привитые. Вот один и вот второй. Вот здесь вот прям видно места прививки. Ну-ка я попробую с этой стороны обойти. Может, здесь лучше видно? Да, вот. Вот это место прививки. Это черешня. Это вишня. И вот тут тоже. Вот прививка. Это черешня. Это вишня. Это черешня Ревна. А это черешня Москворецкая. Я даже от нее специально взяла бирочку, чтобы помнить, какая из них какая от материнского куста. Вот у меня слива, на которую я привила алычу. Вот в этом месте прививка алычи одна. Вот здесь вот алыча, а здесь слива. И вот здесь вот вторая прививка. Я не знаю, фокус. Вот здесь вот срез видно даже, да? Это слива, это алыча. Два разных сорта. Притом алыча уже цветет. Вот так, притом хорошо до самой макушки там цветение идет, да? Вот. Какая красивая. А на сливе пока только-только листочки. Тут видно сливовые ветки отдельно. Вот они такие вот, еле-еле. А алыча вся в цвету. Вот такое у меня универсальное деревце. Вот еще черешенка вся в цвету. Такой нежный, красивый цвет. У нее две веточки получились. Вот одна и вторая. И образовались они вот из этой вот развилки. А привила я ее вот здесь. Вот прям видно место прививки. Это вишенка, а вот это черешенка. Я привила вот такую вот веточку
сантиметров, наверное, 15. И из нее получилась молоденькая черешня, которая уже вся в цветочках. Надеюсь на урожай в этом году. Сейчас май 22-го года.